Страховщики через дурдуму протащили ОСАГО, и понеслось. Народ и так неуправляемый стал беспредельным. И поэтому минимум 3 ДТП в день человеку, ограничивающему себя в передвижениях, лицезреть приходится. Ну да, страховка прямо-таки стимулирует основной инстинкт человека – быть всегда в белом, всегда на коне и всегда правым. Ну прав ты, баран, а далее что? Тачку за день тебе никто не отремонтирует. И будешь ты месяцев 3 минимум правым пассажиром маршрутки или левым. А ведь можно-то и вообще быть владельцем маленькой деревянной квартирки на полях орошения. Я не понимаю почему, но магнитогорцам активно надоело жить. Довожу до вашего сведения, что в рай попадает только человек, верующий в Бога. И тот, кто любовь свою к Богу возводит в смысл жизни и ею делится. А вот всем остальным другая участь. Поэтому больше бы смысла в ваших покатушках, не знаю ради чего совершаемых. Еще менее понятно поведение байкеров на наших дорогах. Да, детство мое изобиловало приключениями с жизнью. Совершенно непонятно, как выжил бы, но никогда в жизни не катался без шлема. Да потому что если задница и зарастет, то головка-то нет. Голова – это самый важный жизненный орган человека, если кто еще не знал. Очень жаль, что большинство байкеров – это дураки. Дураки на крутых байках – это очень забавно. Но, ребята, для вас вот такой сюжет. Может быть, то, в куда едите, включите. ДТП на Индустриальной, в районе автомойки «Твой Дадыр». Сразу скажу, байкер не виноват. Да, это косяк шестерки. Да, человек сядет, если не отбашляется, но мужика-то нет. Но что стоило надеть шлем-то? Байкеры, вы должны понять, что байкер на попе тормозит быстрее, чем байкер с байком. Да и импульс у человека меньше, чем у человека с байком. Это говорит вам байкер со стажем, который восход 3М свой частенько в экстренных случаях отправлял катиться, а сам зализывал меньшие свои раны. Но еще раз, я никогда не ездил без шлема. Голова не крепче бордюра, асфальта, камня или дерева. И это не круто кататься без шлема, это глупо, опасно и смертельно опасно.